Краснодар, 10 января 2021 года. С утра повалил снег, должен был быть дождь, но снег был с рассвета, валит. Навалило уже достаточно много, хотя плюс один, но снег не тает, лежит на ветках, его очень много. Новость эта приятная, потому как снежные зимы ждут горы, ждет наша речка, обмелевшая в августе. И надеемся, что в этом сезоне 2021 года она вновь станет полноводной. Thank you.